Вечером субботу БГК имени Мешкова наведался на арену «Златорог», где провел полуторачасовую тренировку. Эти кулисы относительно молоды, родом из 2003 года, но они уже были свидетелями великих побед. Арена возведена в очень короткие сроки. В апреле 2003 начались работы, а уже к декабрю ее официально ввели в строй. Успели аккурат к чемпионату Европы 2004, который принимала Словения. Здесь прошли игры группы С, в которой выступали хозяева чемпионата, игры основного раунда. К слову, сборная Словении на домашнем Евро взяла вице-чемпионский титул, уступив в решающем матче сборной Германии. Но поход за серебром Евро-2004 начался именно здесь, на Златороге. А уже весной 2004-го в этих кулисах местной цели ковал историческую победу – титул сильнейшего клуба континента. Сегодня арена вмещает почти 6 тысяч зрителей. Официальная цифра – 5827. Для 38-тысячного цели все это может показаться перебором, но здесь, похоже, в гандболе души не чают. А еще в клубе, которому в нынешнем году исполняется 70 лет, знают и любят свою историю. На самом видном месте арены вывешены фото и номера гандболистов, отыгравших за цели многие годы. Примечательно, что проект арены пришелся по душе гандбольным специалистам из соседней Венгрии. И спустя 4 года после открытия Златорога, точь-в-точь такая же арена появилась в Эспреме. Завтра здесь БГК сразится с цели. Этому матчу и был посвящен подготовительный интенсив субботы. Что это хорошо, что мы вот недавно с ними играли дома Лига чемпионов, сыграли в ничью. Это как-то нас тоже немножко предупреждает, что команда очень сложная, тем более играем у себя дома. Неделя была немножко сложная, у нас была еще одна игра, но я думаю, что мы готовы. Было у нас время подработать над маленькими ошибками, которые мы сделали в домашней игре. Эта команда мне, например, моя личная, она мне очень нравится, как играют. Они не играют очень смело, не боятся. Играют с большим риском, теряют. Но если у них получается, они могут обыграть всех. Так что я думаю, что будет очень интересно для зрителей. Готовимся как к обычному матчу. Разбираем соперника. Надеюсь, все получится, что задумаем. Мы покажем характер, сыграем, скажем так, надеюсь, свою хорошую игру. И, конечно же, надеюсь, победа будет за нами. Ну, если вспомнить матч в Бресте, на твой взгляд, что у нас, может быть, не совсем получилось? В каких моментах мы попытаемся все-таки усилить нашу игру? Ну, я даже не знаю, как сказать, что у нас не получилось в Бресте. Старались, делали все как надо, где-то в каком-то моменте не до конца сыграли, где-то не повезло. Также чуть-чуть присутствовал судейский фактор, там было несколько ошибок, которые, ну, скажем так, в обычных эпизодах, ну, на мое мнение, ну, несправедливо, скажем так. Поэтому надеемся здесь все-таки доказать, что мы сильнее и показать, что БГК лучше, чем цели.